Интернет-мошенник обокрал рязанца на 26,5 тысяч рублей. В апреле этого года потерпевший обратился в железнодорожный отдел полиции города Рязани. Полицейским он рассказал, что на интернет-площадке по продаже подержанного оборудования он присмотрел себе двигатель для иномарки по заманчиво низкой цене. Связавшись с продавцом, рязанец согласился с условием 100% предоплаты и перевел 26 тысяч 500 рублей на банковский счет. После этого ни письма, ни звонки до продавца не доходили, и двигатель потерпевший так и не получил. Оперативники управления уголовного розыска по Рязанской области провели оперативно-розыскные технические мероприятия и выяснили, что к мошенничеству причастен 23-летний житель Санкт-Петербурга. Во время спланированной операции рязанские полицейские совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали мошенника по месту жительства. Установлено, что изначально никакого двигателя у жителя Санкт-Петербурга не было. Фотографию агрегата и описание для объявления он нашел в интернете. Чтобы скрыться от обманутого покупателя, злоумышленник избавился от сим-карты и карты банка, на которую поступила предоплата. Но эти уловки ему не помогли. После задержания во время допроса мошенник рассказал полицейским все нюансы своего поступка и полностью признал вину. Получил от него денежные средства в сумме 26 тысяч 500 рублей и двигатель ему не отправил. Свою вину признаю. Также возмещу весь ущерб, который был причинен. В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Семен Иванов, телекомпания «Город».